В этом году отремонтируют заводское шоссе, там появится велосипедная дорожка. Об этом сообщил глава города на встрече с сотрудниками предприятия, входящих в группу компании «Электрощит». Дорожный ремонт проведут и на улице Батайской, на ней появится тротуар. Также администрация Самары ищет площадки для строительства школ и детских садов. 13 дошкольных учреждений будет отремонтировано в этом году. В ходе встречи Олег Борисович Фурсов также напомнил, почему важно прийти на выборы депутатов районных советов 13 сентября. Я очень убедительно призываю вас, во-первых, прийти на выбор. Один человек, будь то глава администрации или губернатор, не может одномоментно все это сделать. Для того, чтобы изменения произошли быстро, мы должны избрать депутатов, которые не будут зависимы от финансовых кругов, не будут зависеть от олигархических структур, а будут зависеть только от трудовых коллективов. Вот это очень-очень важно.